Рыбничанка Галина Ефимовна проживает в частном доме. Срок эксплуатации ее газового котла уже на исходе. По ее словам, приобретение нового оборудования требует профессионального подхода, поэтому открытие такого государственного специализированного магазина как нельзя кстати. Я сегодня подошла к абонентскому отделу, рядом открылся новый магазин, государственный магазин, цены ниже, я думаю. Очень приятно, что думают о населении, о людях. Нам очень приятно всем жителям Рыбницы. Газовые колонки, плиты, котлы. Ассортимент магазина достаточно широк, а некоторые модели представлены на Приднестровском рынке впервые. Мы обеспечиваем постгарантийное гарантийное обслуживание, весь набор запчастей. У нас есть круглосуточное сервисное обслуживание. Наши клиенты могут звонить на аварийку, и мы всегда пришлем в любое время дня ночи слесаря, который поможет. Человеку не будет ждать утра или выходного и так далее. У нас представлена категория различного оборудования, ценовой политики. То есть мы рассчитываем на все слои населения. Наша организация представляет рассрочку на год при приобретении оборудования газового любого. Котлы, плиты, там независимо, газовые колонки. Также оборудование, которое куплено в нашем магазине, устанавливается бесплатно для всех слоев населения. В Приднестровье практически все торговые точки являются частными. И сегодня многие государственные предприятия задумываются о том, чтобы расширить свой спектр услуг. Открытие специализированного магазина «Газовик» в Рыбнице тому подтверждение. Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, ЛИК ТВ.